Добрый день, приехали в магазин Варус. Так как неожиданно появился такой у нас как бы праздник, хотим его немножко отметить. И сейчас что покажу, что продается. Кое-что хотим купить вкусненькое себе. Так, как бы сказать, отметить. В Варусе потеплело, точнее на улице, и Варус открыл центральную дверь. А? Банка с вареньем идет в машину. Нет. Как я ее не разорвала. 15 градусов по морозу. А что, мы забыли? Да. Потеплело, и Варус дверь открыл, слышишь? Холодно, Варус дверь закрывает. Не закрывай, они перемерзают. Ну, так экономят. Это Димасенко, уже даже не нравится. Какую корзинку не взял? Хотя, знаешь, тут как дохлый выглядит, такой цвет будет. Одно масло заинтересовало. А, как оно? Оливковое? Ну, типа там какой-то, да. Вообще раз только тортов было, даже не так мало их. Не, ну понятно, что не сидим. Мы торты сильно не едим. Едим. Ну так с вишней. Бери, ты же любишь с вишней, бери. Бери, бери. Бери, бери капучино. Бери капучино. Какой он сейчас смотрит? Но он подозрительно дешевый. Ну так не капучино. Два раза дешевле. Он может не капучино. Давно искал. Большой, мы его не съедим, на следующий день он пропадет. Бери коробку. С орехами или это будет? Хочешь, поехали у вас? Что это, стреляет? Да. И у вас так я не хочу. Вот ты бы поехал. Что тут? Или уже затрелся? Раз. А где мы вчера покупали? Вы будете покупать, да? Да. Да, козий сыр.
125 гривен, капец. Ой, это шо? Сыр какой-то. Яйца посеть. Угу. Сам стоит больше 100 гривен. 119. Надо бы как-то заехать в магазин сырный, да? Ага. Ну, там лучше где-нибудь съесть. Да. Будешь брать эти маленькие? Да нет. О, молочный. Пойдем, я тебе покажу, что я хочу. Вот сыр. Ой, это масло покажу. Это масло еще не видела. Или оно просто кто-то непонятно? Глянь, и все. Что? Видишь? Ну, не рисовое масло, да. Где-то какой-то осадок, чешу, мне непонятно. А ну, напишите нам, пожалуйста. Видишь? Как-то, знаешь, мед. Как-то мед, это, знаешь, типа сахарится. Нет, она просто замерз. Ее все, видишь, это такое нормально. Поэтому... Не, она просто замерзла. Вот тоже осадок, ну это нормально. Ну, она же салатная, куда? Значит, не жарить ее. Ну, понятное дело. Ну вот стажар полиции, конопляна. Ну сюда руки пшеницы вкусно. Облепихали. Оливье. А, ну пошли. Пошли за одним. Да. Ты замерз, молитвы. Какие как красивые, да? Классные. Или куда мы перейдем? Обережно. Можно, пожалуйста. Я знаю, это для этих, для детей, как она делала. Ты знаешь, мы рисуем, пошли. Нам торта мало. Да. Халва, кстати, очень вкусная. Информация для покупки. Прикинь, я у нас сегодня день сладостей. Нет, смотрю просто. Это у нас все по курице. Где козелка? Да, да, нельзя брать, да. Да, под двух брали. Ну, как раз, желтая книга. Ну, как бы все равно. Креветки. Креветки кому вовлом чистить их, готовые, заварил кипятком и кушай. Не брал кипят? Нет. Ну, на кассу пошли? Да. Что там? Я тут, ну там, кстати. Молоко дальше.
126 есть. Цены, конечно, пипец. Это у нас с маслом. Продается за единственное, да, всю варус, наверное, да. При памяти. Заведите уже. Он заряжен. Хорошо. Ну там трошки. Все, пошли? Да. Вот тут это за красивое решение. Иди, ну, на собаку хорошее решение. Собака бородата. Ладно, всем спасибо за просмотр, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.